Ковидных больных все больше. Минздравом республики предпринимаются меры для размещения пациентов, которым рекомендована госпитализация. Для увеличения коечных мест под ковидную зону снова перепрофилирован третий этаж детской больницы. Сейчас там проходят лечение свыше 30 человек. Их состояние в основном средней тяжести, но есть и тяжело больные. Что касается в целом работы медучреждения, детская больница работает в обычном режиме, а поликлиника поделена на две зоны – чистую и красную зону. Поликлиника поделена на две зоны, на чистую и на мы так называемую красную зону. То есть там идет прием детей с температурой и болеющих детей. Другая зона у нас чистая, мы принимаем здоровых детей с различными проблемами и тех детей, которые вакцинируются. Вот. Единственное, что мы немножко приостановили, это госпитализацию плановых больных. То есть мы сейчас оперируем только экстренных больных, плановые операции мы пока приостановили. Вот. И в том числе и в педиатрических отделениях у нас в основном экстренные больные. Вход в здание для госпитализации ковидных больных осуществляется через отдельный вход, то есть здоровые не пересекаются с больными. Пациенты находятся под пристальным наблюдением врачей. В красной зоне дежурит медперсонал детской больницы. В их нелегкой работе посильную помощь им оказывают волонтеры. В красной зоне находятся и двое детей, у одного из них пневмония. Как подчеркнула главврач Луиза Джоева, количество детей, подхвативших коронавирус в этом году, увеличилось, но переносят они болезнь в легкой форме. В поликлинике у нас будут дежурить педиатры, как обычно, до 2 часов, до 14 часов, да? А после 14 часов будет функционировать приемное отделение детской больницы. С новой недели по всей республике объявлены выходные дни. Луиза Джоева также рассказала, в каком режиме будет работать медучреждение. Таких детей в этом году по сравнению с прошлым годом много и гораздо больше их. Но состояние их позволяет лечить на дому, поэтому они все лечатся на дому, созваниваются с участковыми своими врачами, и вот у них лечение проходит амбулаторно и на дому. Врачи еще раз призывают в период ухудшения эпидситуации соблюдать все известные меры предосторожности. Агунда Губозова, Александр Кукоев, информационный выпуск сегодня.